Все, сейчас. Я сейчас включен. А, все, я тебя понял. Что у меня со столов-то? Добрый день, дорогие друзья. Вот такой вот сегодня у нас Игрок, но не заметил, не эти нити в свои руки. И какой удар Крохина! Боже мой, какая красота! Мягко задумайся, Горян выиграет у тебя все единоборства. Ну и прострельная передача, которую перехватывает фанат, требует гола, это понятно. Три человека там выстрелилось. Удар по воротам и гол! Ха-ха, друзья, вот они фанаты-то! Вы колдовали, вы там как гитарды, как вы сошли. Там и гитарды, там и пиво у нас на стадионе, в отличие от российской футбольной премьер-лиги. Можно! Дмитрий Курсов забил этот... Аматывает лопнула гуса. И удар по воротам Евгения Цыбульского наносит. Посмотрим, хорошая возможность для того, чтобы...
что это можно вперед. Давайте посмотрим. Удар левой. Закрывает сейчас. Еще один удар. Лево. Степанов по правому флангу добирает. Там слаломом. Ой, какая передача от Епифанова! И какой гол красивейший! Ай, да Епифанов! Друзья, сейчас мы показали утром, что сейчас чемпионат мира, кажется, биатлона проходит. Кирилл Епифанов! Еще и мяч как выбрасывает. Молодцом. Удар поворотом издалека. Подняли. Еще один пластер великолепный. Да, похожая ситуация. Артем Ларионов. И сейчас я говорил, что перетягивание каната у нас имело место. А сейчас я на превосходство имею. Мне говорит, что ты там сказал? Там говорит, что никакого превосходства не будет. 2-2. Дмитрий Кошеняк. Вот такой вот богатырь московского «Динамо» еще и голевой отдает в этом эпизоде гол! Это Попов добежал на дальнюю штангу, и Кожемяка своему блестящему голу добавляет эффектнейшую голевую передачу на дальнюю штангу. Там нужно было подставить, и он это сделал. Прихватил нам впереди. Внушительную стенку выстраивает по линии Лех из трех футболистов, там же и Олег Попов. Удар Трокина! Белов отражает. Ларионов подбирает мяч на три поля. Что-то, вы знаете, что-то он ушел в последние минуты. Опасен. Очень мало. Отыграть эту пору в один мяч. Кожемяка! Переигрался Григоренко, развернулся. Надо довести до удара. Да, происходит, да, это авторы. Считаю, надо, что не было там. Но Синиц продолжает атаку. Бросил, удар, поворота, надо добавлять и забивать. Гол! Великолепно! Синиц остается в игре. И на последней секунде. Потому что команда не играла ни в чем на последней секунде. И это означает, что нас ждет серия нокаут. Да, была такая реклама. Итого, смотрим на первое противостояние в этой серии ударов. Удар Слабучкова! Гол! Под перекладину, без вариантов. Красив был полет Дмитрия Дорофеева. Удар Крохина и мяч в воротах. 1-1. Развел вратаря и мяч по разным углам Крохин, сравняв Кабалин. Удар поворотом и гол. Угадал направление мяча Дмитрий Дорофеев. Направление удара разгадал, но дотянуться до него не смог. Точно в угол. Только три. Никита Жигачев у мяча. Удар. И четвертое взятие ворот по счету 2-2. Не было шанса у Валерия Белова этот удар отразить. Стал уже колдовать. Нет, пляшет. Смотрим, удар поворотом, точно, точнёхонько. Мяч как будто бы даже штангу облизал и забивает Кирилл Чернышов, выводя свою команду. Он будет вносить четвертый удар своей команды. Удар и по центру, но эффективно. Забивает Попов, делает счет 4-2, и это означает, что обладатель суперкубка забивает Семенов. Удар поворотом Станислава Семенова. И Семенов свою функцию выполняет блестяще. 4-3 сокращает. Но герой матча Дмитрий Кожемяка подойдет. Удар может стать последним. Удар поворотом и гол. Этот удар последним и становится Дмитрий Кожемяка. Лучший игрок матча. Гол. Голевая передача. И решающий пенальти в серии после матчевых ударов. Прекрасная игра, друзья. Прекрасный футбол. Мы посмотрели, обилие голов,